Я вас категорически приветствую, друзья. Ух ты! Мы же сразу вместе загружены. Вторая серия по игре Army Man Sarge's Heroes будет последним. Но в этой серии я поиграю побольше, потому что я освободил достаточно памяти, и можно нормально так снять видео. Чувствую себя, кстати говоря, тоже получше. Так что, поехали. Так. Блин, как пользоваться этой штукой? Ну-ка, можно еще раз? Пожалуй, загружу. Что только зря потратил патроны. А, вот, еще сохранение. А, я с этого начал. Это я что-то зря. Поехали. Так, это белая точка. Может, это конец ордена? Ух ты, блин. Получил. Казлина желтая. Ох, братан, здорово. Right? Братан, я тебя очень жаль. Тебе пузо продырявили. Братан, извини, война. Это война. Ты типа бессмертный? Походу, да. Да кто там такой умный? Опа-на. Что-то много жизней появилось каких-то. А, это его жизнь. Братан, не волнуйся, мы тебя спасем. Нифига себе ты прыгаешь. Так, датик с пулемета вынесем. Оп. Блин. Опять нифига нет. Да поменяйте на автомат. Молодец. Братан, да мы с тобой отличной командой работаем. Да ты просто красавец. Жизнь. Не, не зачем. Можно другую переключить? Нет, нельзя. Good to go. Что ты сказал? Тик. Ну где вы? Желтые сучки. О, да, спасибо. Тик. Ух ты, гранаты. Ну-ка. О, гранаты. Ух ты, блин. А это что? Что это такое? Металлоискатель? Чего? Да ладно, нифига себе. Я не знал, что здесь металл искать. Братан, что с тобой происходит? Который второй. Нифига себе, ты телепортируешься. Получше некоторых магов. Получше ночного змея. Да тут есть хоть что-нибудь? Так, ладно. Эту еще. Нет, нифига нету. Побежали, братан. Нас ждет судьба героя. Опасность. А, мины. Так вот для чего эта фигня нужна. Неплохо. А
Как мне понять, где находится мина? Опа. Вот это хорошо. Вот это реально полезная штука. Братан, ты там где? Где вот? А, это не надо тут, да? Металлоискатель, неплохо, кстати, задумал. Разработчик. Отлично. Все. Минные поля закончились. Братан, фига себе, ты пробежал. Так, обнаружился. Еще взяли базуки. Так, о, гранаты. Спасибо. Ничего нету. Так, это вещь полезная. Это тоже вещь полезная. И сохранение. Это еще более полезная вещь. Опа. Кто-то бежит. Вертолет. Что? Это наш вертолет? Все. Наслушался я вас, ребят. Спасибо за вертолет. Все, прошли. Загрузочка. Надеюсь, не будет сейчас никаких миссий на вертолете. Потому что я армию знаю. Там и на вертолете миссии есть, и на танке, и на мотоцикле. Там на чем только нету. Ну-ка. Нифига себе, какой вертолет игрушечный. Даже у меня такого не было в детстве. У этого армена явно есть какой-то отличный сюжет, потому что есть видеоролики, потому что в мировой войне этих роликов не было. Были короткие эти самые заставочки и все. Вот роликов не было. Но не заставочки, имеется в виду просто черный экран и следующая миссия. Или просто у меня на PlayStation такая была, плохо все прогружало. Ну, что поделать? Начало 2000-х годов и 2000-е. Так, это надо какой-то синий спай загрузить. Или найти. Фига, ты не из пулемета палишь. А еще есть что-нибудь? Хорош, у меня все оружие отобрали. А что, у меня не стреляет? Может, базу? Ух ты, мощно. Был и нет. Так, тут у нас что? Музыка такая, военная играет. Как раз в тему. Так, тут у нас явно ничего. Спасибо за гранаты. Что их оставили так высоко. Но ладно, я умею высоко прыгать. Как человек. Да прицелься ты уже. Ой. Тщательно. Все, что осталось от того парня. Это как, по-моему, в Хиросиму или в Нагасаки есть, короче, тень поджарившего все жители. Ну-ка. Фига себе, вовремя прыгнул. Нифига. Я еще понял, что сейчас произошло. Он выдержал выстрел танка. У него танк пыльнул, он просто всего лишь на несколько сантиметров отошел. Интересно, танк подорвал? Да, ну это забавно было. Трех человек убил. Наверное, интересно, танк считается? Нет, реально, вынести выстрел танка. Это уже, я думаю, даже какой-нибудь самый такой лютый супергерой, ну кроме Супермена, конечно, не выдержит выстрел танка.
Блин, что они с пулеметами бегают? Алло. Главное, что это не GTA-шка. Пулемет подобрать нельзя. Очень даже обидно. Блин, я помню, в мировой войне можно было еще, прикладом бить. Или на автомат можно было прикрепить штык-нож и мочить с помощью штык-ножа. Что у меня с патронами явный дефицит. А, это взять можно. О, спасибо. Ух ты, как ты можешь перелетать. Блин, что-то мне сразу как-то в солдатиков захотелось поиграть. Помните эти? Которых мы сейчас играем, пластмассовые. Пластмассовые войны. Пойдешь? Пойдешь, чтобы попасть. Так, приготовиться. Сейчас там будет в укреплении один сидеть. Благо я взял гранату. Но на всякий случай пока лучше возьму свой автомат. Что это? Алло. Нифига себе, вы дерзкий. Дерзкий, как пуля резкий. Нифига себе, нифига. Жестоко. Ничего не скажешь. Так. Спасибо за то, что умер. Это как Высоцкий, спасибо, что жив. И солдатик, спасибо, что умер. Оп. Это был прыжок победы. Да в кого ты стреляешь, дебил? Фух. Вовремя патроны закончились. Патроны вовремя закончились. Так. Сейчас оттуда побежит, я на всякий случай возьму гранату. Блин, там что-то есть. Куда ты побежал, говнюк? И там танк. Да вы херили. Тить твою налево. Что так сложно? Алло. Надо уничтожить танк. Это самое главное. Была бы мне мортира, так мне вообще бы все легко было. Вот так у меня мортира нету. Это будет нелегко. Так. Так, все, этого замочили. Да, там же ничего не лежит. Так что зачем нам его уничтожать и тратить зря патроны, если там нифига не лежит. Тут от базуки, вот реально. Кто оставляет базуки прямо на ходу? А вдруг дети будут идти, подберут. И в голову себе выстрелят. Это я, конечно, ничего, никогда такого не делайте. Хотя мне кажется, вряд ли базуки будут валяться на каждом шагу. Если только не случится ядерная война, чу-чу-чу, не дай бог. Ну-ка, дочка, хочу проверить гранату. Меня сейчас сдохну. На. Жестко. Блин. Каздина ты. Вот ты кто. Танк. Танк, танк, танк. Ну ладно, танк. Давай еще раз попробуем. Как говорится, дубль два. Прыжок победы. Прыжок победы. Я буду так называть, потому что действительно так.
А если я отсюда попробую прицелиться гранатой? Два пойдет? Блин. Практически. Ну-ка еще раз. Опа! Самое то. Самый сок. Просто разнес его в щепки. Так, сейчас нам появится танк. Лучше начать палить него отсюда. Так, танк. Все уничтожил? Хорош. Танк уничтожил. Так, вот сейчас надо быть, как говорится, поаккуратнее. И я думаю, даже лучше сохраниться будет. Хорошо, все, я готов к труду и обороне. Как? Да, готов к ГТО. Блин, вот ты сейчас не вовремя вообще. У меня сейчас вообще ничего нет. Только базука. Но с базукой долго не пробегаешь, с базукой. Фух, разнес. О, спасибо за базуку. Можно, в принципе, попробовать сейчас подорвать эти ящики при помощи базуки. А, естественно, не забыть про жизнь. Спасибо. Дай бог здоровья тем, кто положил сюда эту карту. Сохраним. Так. Ну, вперед. Подрывай. Безумный подрывник. Так, в этой ничего. В этой тоже ничего. Скудненько. Зачем тут только стояли эти ящики? Непонятно. Хотя там меня ждет еще один танк. Танк, пранк. Это сейчас была рифма. Что я, блядь? О, патроны. Что-то их сразу не заметил. Это же патроны, не гранаты. Да, патроны. Ну-ка, разнеси-ка. Ничего, ну давай, да в этом ящике пусть что-нибудь будет. Так, сохрани. Лучше сохранять на каждом шагу, потому что это Army Man, как Doom 3, тоже лучше сохранять всегда. Так. Вот там... Танк! Танк. Есть. Кто в меня стреляет? Не, серьезно, кто? Лучше игру сохранить. Чтобы, если что... Как же вы надоели, серьезно. О, патроны. Надеюсь, это патроны, не гранаты. Братан, это подарок тебе на 8 марта. Нет, ну ты попадешь в него или нет? Что ты за дебил-то такой? Ого, ты и так умеешь? О, мне как раз нужны гранаты. Эй, братан, не туда смотришь. В тебя сейчас прилетит гранатка. Если, конечно, долетит. Оп. Да, да, долетела. Блин, как мне с этими ящиками быть? Придется подрывать при помощи... гранаты. Опять же, что у меня больше ничего нет. Какой-то с оружием дефицит. Кажется, я перебросил.
Нет, самое то. Как говорится, самый сок. Так. Блин, а вот сейчас перебросил. Нет, нормально. Блин, и тут нифига нет. Зачем тогда эти ящики стоят, в них нифига не лежит. Куда мне идти? Непонятно, непонятно. Сделай мне приятно, когда мне непонятно. Надеюсь, там не в меня палят. А сюда можно зайти? Пожалуй. Блин, братан, ты можешь штыком бить? Штык-нож. О! Это ведь наш танк? Черт, нет, иди нахер, иди. Нет! Вали побыстрей. Блин, у меня нифига, у меня ни базуки, ничего нету. Даже жизни нету. В всяком случае, сейчас закончится. И там еще бежит, да штук. Черт, нет, не надо, нет. Жизнь. Сначала жизнь, да. Да. Ну все. Сученьки, я готов. Нападай. Сначала я захорошусь. Это я сейчас напел мелодию из Человека-паука. Паука. Но этого, к сожалению, не было особенно слышно. Так хорош мне спалить там. Так. Да не надо, я хочу сохранять. Иди нахер. О, базука. Надо подорвать синий танк. Это не мне. Откуда? Вот даже на карте не видно. Получи. Козел. Козлинушка. Козлище. Из города Мытище. Так, сейчас будет. Тут реально. Есть. Откуда ты там появился? Нихера себе. Откуда? Мне одному интересно, откуда там появился этот огроменный танк. Ты попадешь в него или нет? Так, сейчас там будет еще один у меня стрелять. Что сохранюсь. Все, я готов к этим двум танкам. А их можно обойти? Блин, такой вопрос интересный. Может, их можно обойти? Опа. Ты хорошо, что сейчас заметил. На. Жизнь. Ага, хорош. Жизнь. Вот это уже просто отлично. Это замечательно. Мы нашли жизнь. Теперь надо найти танк. Блин, вообще мне куда мне бежать надо? Танк. Там танк. Огроменный, сука. Желтый танк. А? Блин. Много базуки в последнее время. Это же, походу, это наш. Белый квадратик, это, походу, наш? Это же наш, да? Блин, как бы там танк не стоял. Блин, он там.
Вольнуть от него надо попробовать. Да откуда? Как ты так стреляешь? Лошара. Лошпед. У меня нет патронов. Блин. Две гранаты и 11 патронов для базуки. Это как бы и хорошо, и как бы плохо. Потому что базука, она бы лучше на танке действует, нежели на обычных солдатов. Так что нет, все плохо. Все очень плохо. Там где-то была белая точечка. Блин, я сюда еще за гранатами только шел. И чё? И как? А эту стенку снести можно? Нет, нельзя. Придется обходить. Есть одна известная поговорка. Блин, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет, но в нашем случае нам придется идти в гору. Но мы не пойдем, потому что он не может забираться на гору, потому что он всего лишь пластмассовый солдат. Так как мне до белой точки дойти, алло? Алло. Алло, здравствуйте. Вот это серьезно. Так. Так. Есть. Да. Тут, я же говорю, он появляется вообще. Нет, нет, не надо, нет, не убивай. Фух. Надеюсь, теперь тут ничего нет. Блин, сейчас реально жестоко было. А, кстати, там жизни были, надо до них дойти. Я не помню, брал я их или нет. Надо как-то до братана дойти. Так, жизни. Спасибо. Спасибо большое. Оп. Все же, как дойти до братана? Меня там, походу, ждет мой братан. Но до него надо как-то дойти. Опа. Нифига себе вас там. Да вы херили. И чё? И как? Блин. Не, я на этом закончу. Что, и память? Нет, с памятью всё нормально, но... Как-то уже это просто нереально становится. Танки абсолютно появляются в рандомных местах. Я вот там бегал недавно, там танка не было. Прибежал, уже танк. Или когда мы синий танк уничтожили, я так и не понял, почему он светился синим. И почему он был синего цвета. Бац, уничтожил, бац, появился откуда-то еще один желтый танк. Ну, разве это не замечательно? Это просто отвратительно. Так что, подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, напиши комментарий. Я с вами категорически прощаюсь. Все, всем пока.